сейчас помощнее, там в конце дай. Да. Скорее не задайте подачу, побильнее. С один, здесь баланс другой. Учение моему. Да еще и наши. Главный тренер команды Олег Дуб. Снова Хвощинский, если не ошибаюсь, да, это был он. Владимир Хвощинский упал на сетку. И сейчас Дмитрий Доля и один из его дополнительных ассистентов полагают, что нельзя мяч продолжать. Надо натянуть сетку. Добавляется минимум 3 минуты. Там последний пет уже будет 7 баллов. Итак, очередная белорусская классика приносит результат. Динамо Батэ 0-1. Первое поражение динамовцев в чемпионате страны. Первый день погрустили, а дальше пошли работать, потому что все понимали, нет времени на раскачку.